Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшнее наше видео посвящено тому, как в домашних условиях своими руками сделать уголок для того, чтобы в дальнейшем потом на него поставить натюрморт. Для этого вам понадобится два куска фанеры толщиной 6 мм и размером 45 на 45 сантиметров, максимум 50 на 50. Между собой две части крепятся на шурупы и гайки, а также петли. Они необходимы для того, что когда вы не используете уголок, он у вас закрывается и занимает совсем мало места. Такой уголок удобен, практичен в применении и очень прочный. Удобен тем, что в процессе работы все детали натюрморта будут находиться, не изменяясь. Это очень важно, когда вы делаете длительную постановку. И особенно, если в натюрморте есть складки, потому что их дважды поставить одинаково практически невозможно. Крепление уголка рассчитано так, чтобы листы фанеры можно было компактно сложить между собой. Так происходит экономия места. Данный уголок для натюрморта станет незаменимым помощником в постановке натюрмортов в домашних условиях. В следующем нашем видео мы покажем, как, используя данный уголок, мы будем ставить натюрморт. Это были советы от Палитры. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Творческих успехов. Пока-пока.